Жизнь всех нас достаточно изменилась. Изменилась и в последнее время и система управления. Наверное, все уже поняли, что то, что было раньше, к этому мы уже не вернемся. И та жизнь, которая была налажена с работой там, советов, исполнительных комитетов, она уже ушла в прошлое. Мы убедились в этом и на примере наших городских поселковых советов, нашей громады, которые сейчас остались фактически без управления. И сейчас самая главная наша задача – это создать взаимодействие или возобновить взаимодействие со всеми поселками и городами нашей Краснолужской громады, потому что, в принципе, все мы объединены одними общими проблемами. То же самое и в Красном Луче. Дело в том, что в последнее время, наверное, все слышали и о подписании мирных инициатив в Минске, и там тоже стоит вопрос об особом статусе нашей территории, да и сама жизнь, наверное, уже продиктовала этот особый статус. Для того, чтобы в городе Красный Луч организовать взаимодействие всех структур, которые сейчас в городе существуют, это и военные структуры, это и милиция ЛНР, которая сейчас действует уже на нашей территории, это и все казачьи движения, которые также в нашем городе присутствуют, и не просто присутствуют, а, во-первых, они помогли и выстоять нашему городу в самые тяжелые моменты его, наверное, истории, потому что без самоотверженной работы этих людей и без самоотверженных их действий навряд ли бы мы сохранили наш город в том виде, в котором мы, на сегодняшний день мы его сохранили. Поэтому было принято решение создать правление Краснолужской территориальной громады как раз именно для рассмотрения всех вопросов жизнедеятельности нашего города и, прежде всего, согласованности действий. Потому что очень много зависит от того, насколько мы будем дополнять друг друга, а не и или не мешать друг другу в выполнении определенных задач. В это правление вошли три генерал-майора, которые представляют различные общественные организации казаков, военизированные теперь организации. Это Косогоров Сергей Юрьевич, Калинцов Владимир Алексеевич, Петров Вячеслав Николаевич. Это комендант нашего города Иван Иванов, который на сегодняшний день выполняет функции коменданта. Это я как мэр города и депутаты Луганской Народной Республики, которая на сегодняшний день представляет единственную власть на территории Луганской области. Представляет этих депутатов Андрианов Александр, все его прекрасно знают, это наш депутат областного совета, и в принципе по всем вопросам, касающимся этой деятельности, можно также обращаться и к нему. Но самая главная задача вот этого правления, которое таким образом сегодня принимает, наверное, те решения, которые раньше принимал городской совет, потому что система действительно она уже ликвидирована, и ну, даже если не ликвидирована, то по крайней мере не жизнеспособна, это определение главных проблем и объединение усилий. К чему приводит не объединение усилий? Вот мы видим даже на примере той же гуманитарной помощи, о которой сейчас очень много говорится в городе Красный Луч. Прежде всего, я должна сказать, что всю гуманитарную помощь мы получаем от правительства Луганской Народной Республики. Естественно, туда она поступает только из России. Другой гуманитарной помощи у нас нет. Поэтому взаимодействие с правительством, оно тоже с правительством Луганской Народной Республики, оно на сегодняшний день только начинается, потому что буквально только неделю назад, наверное, наш город вырвался из блокады, и мы все увидели, что у нас сейчас уже есть связь с Луганском, даже уже налажена автобусная связь, то есть есть два маршрута, которые ходят в город Луганск. То есть началось вот это взаимодействие, потому что только оттуда на сегодняшний день мы можем получить и гуманитарную помощь в виде продуктов, и гуманитарную помощь в другом виде. В частности, мы получили большую партию лекарственных средств, и я занималась лично доставкой и организацией доставки этих лекарственных средств. Они будут распределены на все лечебные учреждения без исключения нашей территориальной громады. Для меня, как руководителя города, очень важно именно, чтобы все доставалось, пусть понемногу, но каждому. И когда вот у нас
сейчас вот эта возможность там достать лекарства. Сейчас занимаемся канцелярскими принадлежностями к школе, потому что тоже многие семьи не имеют возможности подготовить детей к школе так, как это было раньше. Занимаемся также доставкой горюче-смазочных материалов, опять же, для работы коммунальных предприятий. Да, я понимаю, что это не для каждого человека лично, но простите меня, а как могут работать электрики, водники, газовщики, скорая помощь, МЧС без нормального снабжения горюче-смазочными материалами? И вот наша задача как раз обеспечить их для того, чтобы город функционировал. Мы, понимаете, очень часто вот он свет горит и кажется, что так и надо. А ведь многие населенные пункты Луганской области на сегодняшний день еще остаются без света, остаются без газоснабжения и остаются без водоснабжения, которое тоже вот какими героическими усилиями медленно, но верно нам приходится теперь восстанавливать, потому что это очень сложная система, но тем не менее уже по сравнению с нашей прошлой встречей, я думаю, что ситуация с водоснабжением уже во многих районах города, если не решилась полностью, то, по крайней мере, улучшилась. И сегодня задача моя как руководителя стоит в том, чтобы обеспечить, я же еще раз подчеркиваю, все школы, все больницы, все коммунальные учреждения, потому что без этого мы просто не сможем нормально функционировать. А раздача гуманитарной помощи, неважно, кто ее привез, и неважно, кто ее раздает, важно, что она попадает к людям, которые в ней нуждаются. Потому что я думаю, что те, кто не нуждается, они в очереди за гуманитарной помощью стоять не будут. Конечно, это только первая акция, и, конечно, она может не совсем совершенна. И кому-то хочется там заработать на ней баллы, а кому-то просто помочь людям. Самое главное, что это и будет продолжаться, потому что сегодня также гуманитарная помощь поступает и на приют. Мы возобновляем работу нашего реабилитационного центра, потому что все больше детей нуждается в помощи. Я думаю, не за горами и доставка гуманитарной помощи, на базе которой мы сможем действительно открыть общественные столовые и помогать людям, которым нужно получить горячее питание, получить в этих столовых. То есть это все будет, и просто не надо поддаваться панике, не надо создавать ажиотаж. И я думаю, что это не первый транш гуманитарной помощи. Она, конечно же, будет поступать и дальше, потому что мы слышим те заявления, все прекрасно заявления и нашей соседней российской стороны, которые говорят о том, что действительно у нас сложилась гуманитарная катастрофа. И в тех городах, где это началось раньше, и в тех городах, где это находилось под контролем и правильным распределением, сейчас это уже вошло в систему. Я думаю, что это в систему войдет у нас, и вот таких недовольных людей будет все меньше, а довольных, наверное, больше. Хотя я понимаю, что гуманитарная помощь – это не панацея. И самая главная задача – это возобновить выплату пенсий, выплату заработных плат. Потому что если люди будут получать то, что они заслужили, сам вопрос гуманитарной помощи, он будет касаться только действительно той группы, которая так или иначе попала в сложную жизненную ситуацию. А сейчас у нас сложная жизненная ситуация весь город. И я хочу подчеркнуть, что не только весь город, но еще и вся наша территориальная громада. И здесь нужно, конечно, тоже рассматривать, может кто-то у нас, кстати, если на то пошло, так больше пострадали города Миусинск, Петровская, поселок Штеровка, поселок Новопавловка. И если тут уже считать, кто больше, кто меньше, то, наверное, нужно больше обращать внимание там, где, вот, например, ко мне сейчас обращается все больше людей, потому что проблема – это незастекленные окна. И нужно сегодня решать эту проблему. Как мы ее можем решить? Мы ее тоже можем решить только с помощью правительства Луганской Народной Республики, потому что больше нам руку помощи никто не протягивает. И я думаю, что и этот вопрос будет решаться абсолютно правильно. Вопрос записан в мирных инициативах, тех, которые подписан протокол в Минске, о том, что нужно восстанавливать, нужно присылать ремонтные бригады, нужно присылать сюда материал, потому что если мы не застеклим окна людям, то уже говорить о какой-то зиме будет достаточно проблематично. То же самое касается и самых пострадавших людей, это тех, у кого погибли близкие и у которых ранены близкие, потому что у этих людей это своя особая трагедия,
у каждого. И здесь уже вопрос не в пакете с питанием, а вопрос действительно в компенсации, которую навряд ли предложит украинское государство. Я хочу сказать, что все, у кого есть эта проблема, тех, у кого случилась эта трагедия в семье, прежде всего я всем приношу огромное соболезнование и прошу обращаться к нам в исполнительный комитет для того, чтобы собрать пакет документов, необходимый для выплаты вот этой компенсации. Выплачивать ее будут в городе Луганске. Наша задача – собрать вот эти документы. И я прошу всех тех, кто, у кого это случилось, может, со знакомыми, но которые проживают в Петровском, в Миусинске, в Новопавловке, там, где нет кабельного телевидения, тоже об этом сообщить, потому что чем быстрее мы соберем документы и отвезем их туда, тем быстрее мы можем помочь этим людям хотя бы как-то справиться со своим горем. Ну а тем, кто ранен, конечно, получить компенсацию на дальнейшее лечение, потому что это тоже очень большая проблема. Также сейчас мы уже рассматриваем вопрос, ввиду того, что вы видите, что многие люди возвращаются в наш город, возвращаются также и работники наших социальных учреждений. Я хочу подчеркнуть, что все тоже работают без заработной платы. Абсолютно все. И учителя, и детские сады, и больницы. Но детские сады сейчас находят возможность хотя бы организовать работу групп кратковременного пребывания. То есть это групп без питания. Пока мы занимаемся доставкой продовольствия, и опять же это и продовольствие, это и кадры, которые могут приготовить это питание, но можно в детских садах организовать вот эти краткосрочные группы. Поэтому я прошу всех родителей, которые в этом заинтересованы, обратиться в свои детские сады, чтобы мы видели количество детей, которым это необходимо, и я думаю, что у нас будет возможность организовать на базе наших садов вот такую услугу, потому что те, кто ходит сейчас на работу, они в основном тоже работают до обеда, ввиду того, что и рабочий день сокращенный, и транспорт у нас как-то пока ориентирован больше на дневное время, чем на вечернее. Я думаю, это тоже, по крайней мере, позволит родителям оставить своих детей не просто под присмотром, а еще все-таки получать дошкольное образование, потому что время может быть потеряно, а так дети будут, общаясь друг с другом, по крайней мере, входить в ту нормальную колею, в которой они были всегда. Вообще я хочу сказать, что мы находимся сейчас вообще в очень непростой ситуации. Луганская Народная Республика находится только в стадии своего становления. И если мы даже вспомним примеры прошлого, то когда Украина объявила свою независимость в 1991 году, то, насколько мне помнится, даже последние паспорта выдавали еще в 1999. То есть 9 лет ушло на то, чтобы поменять только паспорта Советского Союза на паспорта украинские. Поэтому говорить о том, что мы сейчас в один момент решим все вопросы и сразу нажмем на кнопку, и у нас сразу станет хорошо. Конечно, нет. Просто в это время нужно быть, во-первых, терпеливыми, во-вторых, все-таки не поддаваться вот этим паническим настроениям, которые определенная часть населения очень любит использовать во время тогда, кому плохо. И я думаю, что у нас мы уже видим, что оно меняется к лучшему, потому что, по крайней мере, если месяц назад мы вообще не представляли, как жить, сейчас есть тот ориентир, который находится в Луганске, который позволяет хотя бы частично снимать какие-то проблемы. Я говорю, что это прошла только неделя. И уже есть положительные сдвиги. Как бы это ни было, я еще раз повторяю, все это делается Луганской Народной Республикой, потому что другой у нас на сегодняшний день помощи абсолютно нет, и я думаю, что и ждать нам ее неоткуда. А самый главный вопрос, что мы должны начать с себя и начать самим строить вот эти новые условия. Для чего и создано это правление? Почему, если мы сами не создадим в городе порядок, спокойствие и не дадим людям ту защищенность, которую они должны получить, за нас это никто не придет и не сделает. Ни Луганская Народная Республика, ни Россия в городе Красный Луч приходить и наводить порядок не будет. Это должны сделать только мы сами. Поэтому я благодарна всем тем, кто сегодня этот порядок наводит. Я все-таки вижу, что мы город очень непростой, мы город с характером, но в то же время мы
наверное, каждые лучшие черты своего характера все равно отдаем своему городу. И я еще раз подчеркну, неважно, кто оказывает помощь, главное, чтобы она доходила до того, кто в ней действительно нуждается.